экстра криспи. Экстра криспи. То есть хорошо прожаренный. Так, и где-то я еще помню, чего-то тут открывалось у нас. Что-то открывалось, и тут крысы вылезали. Что-то где-то вот здесь оно было. А, трещина же здесь есть. Можно подорвать бочку эту. Динамитом. Сейчас подумаем, чем нам лучше. Нет, динамиты я приберегу. Давай. Сигнальная ракета. Все, нормально. Разобрались. Так, и тут открывается. Тут крыс немного, но они могут попортить вам жизнь, если вы не умеете пользоваться вилами. Когда вы присаживаетесь, вам удобнее всего их достать. Потому что вот так вот их не очень удобно ловить. А вот так вот удобнее гораздо. Попробуйте и поймете. Просто попробуйте этот момент. И вы все поймете. Так, ну и, наверное... Наверное... Так, сейчас остановимся. Так, куда нам? Ага, кухонка. Надо попасть на кухню. Так, ключи у нас... Да, нам не хватает одного ключа, который откроет дверь. Сейчас покажу, где... Ну да. Нам не хватает одного ключа в форме меча. Прям стихами, да. Ну, можем здесь обойти. Так, там нам все забрали, да. А, так. Тут будем аккуратно здесь работать. А, он сам себя взорвал, что ли? Ха! Лошара, лошара, ты сам себя взорвал, ты мне задачу облегчил. Честно говоря, я тут один кусочек, твою мать, не договорить даже. Блять, покусала меня. Сорян за мат. Кусала меня, падла такая. Крысяндра, блин. Так, здесь что-то он базарит. Но на моем канале есть прохождение. Два ролика, и там все без комментариев. Вы можете послушать. Так, мне не нравится, как я сыграл, блин. Но то, что этот урод сам себя взорвал, мне понравилось. Я с твоей мюзикой еще так, это есть. Чтобы по тысячу раз не проходить один и тот же момент. Задолбало. Так, твою мать, надо что-то делать. Мне не нужен глаз. Так, 100% здоровья, отлично. Тут у нас есть аптечка. Забираем. Пробуем. Сможем забить, как вы думаете? Повезет нам, нет? Нет. Не с первого раза это получилось. Да ну что ты? Серьезно, что? Не попадешь? Не, не попадается. Так, ну. Естественно. Голова не вечная, она может расколоться в любой момент. Поэтому попыток у нас не очень много. Но попробуем. Так, давай. Почти. Еще раз. Это твою же мать. Давай. Да ну что ты, блин. Да ну, ну, блин, честно говоря, вот я до этого снимал видео, и у меня это получилось с первого раза.
Но, дорогие друзья, поэтому я такой немножко злой, нервный в этой серии. Это видео у меня слетело благодаря тому, что компьютер резко выключился из-за перепада напряжения долбанного. Короче, это мне очень помешало нормально записать. И я сейчас вот благодаря отключению, мать его, электричества, я, блин, долбаюсь второй раз с этой головой. А первый раз она у меня четко залетела, капец. Просто я сам удивился, блин. К сожалению, это не записалось, блин. Зараза. Ладно. Сейчас расколется. Сейчас какой-то... Не, я забью эту голову, к черту матери. Это из принципа уже все. Давай, все, разлетелось. Ну и не нафиг. Не забил. Ну, в другой раз забьем тогда. Так, короче. Дело к ночи. Закрывай дверь, чтобы не ходили всякие броды сюда. Вот эти вот ребята, они были насильно, их попытались насильно склонить, вот эти все культисты, которые поклоняются Чернобогу, они попытались склонить людей простых к служению вот этому сатане, этому Чернобогу. Блин. Так вот, те, кто отказался, ждала вот такая участь. Выше этого распяли на на стене, этого просто закололи здесь. Не знаю, чем. На ножами. Короче говоря, убили. Сволочи. Культисты. Вот. А этого здесь распяли на стене. Короче, ребята, ни в коем случае, ни в какие секты не суйтесь. Ничего хорошего, ни к чему хорошему это точно не приведет. Как будто, блин, игра учит этому, как будто бы. Так, давай сохранимся. Ну, сохраняйся ты. Все, отлично. Дальше пойдем. Так, ну что, осталось только закончить уровень. Мы все взяли, по-моему, везде пробежимся. Сейчас посмотрим, пошарим по углам, посмотрим, ничего ли... Не забыли мы чего-нибудь тут полезного. Здоровье у нас, мега хелс взят, только что мы его взяли в печке. Да, пришлось перезаписать видео. Видео, кстати, было очень удачным, а второй раз уже записывается очень плохо. То есть, скажем, немножко был расстроен из-за того, что, блин, сука, свет долбанный. Электричество, в смысле, отрубилось, ни с того ни с сего. Ну, они не спрашивают, как бы насрать на то, что там человек записывает, там, блин, старается. Короче, мы уроды. Ну, жизненная такая ситуация. Так, мать ваша, сейчас будет вам плохо за это. То есть сейчас я, блин, на культистах отыграюсь. На, сейчас будет. На тебе один динамит, блин. На тебе, сука, другой динамит. Посмотрим. За все хорошее, блин. Давай, иди сюда, козлина, блин. Заколю тебя вилами, сука. Извиняюсь, дорогие друзья, ну, сами понимаете, обидно, когда ты снимаешь видео, и оно получается очень удачным, там все удачно получилось, просто чисто, вот, блядь, просто охуенно все, извиняюсь за выражение, получилось, и тут, блядь, свет, сука, вырубают, пидорасы, ненавижу, ладно, ничего страшного, короче, сейчас надо заскочить, сука, извиняюсь. Короче, надо заскочить за ракетометом. Тут есть секретик. Меня завели эти уроды.
Так, надо успокоиться. Да. Так, сейчас надо постараться запрыгнуть туда. Да, теперь тут запрыгнешь. Я тогда с первого раза запрыгнул. Все, о, есть, получились. Есть, твою мать, ракетомет получил. Все, теперь на следующем уровне нам будет попроще. Попроще с ракетометом. Будем в гущу врагов херачить. У нас всего 6 ракет. Но я думаю, что потратим какое-то количество ракет на следующем уровне. Он будет довольно сложный. С каждым уровнем будет усложняться задача. То есть каждый уровень сложнее будет. Играем на экстра криспи, хорошо прожаренный. Спасибо, дорогие друзья, с вами был Страйкер, и надеюсь, увидимся очень скоро. Всем пока.